Всем привет! Сегодня мы будем играть в такую известную игру Banana Kong, бананового конга. Смотрите, мы сейчас играем за него. Коснись для прыжка. Нужно бегать и собирать бананы. Так, нажми, удерживай, чтобы парить в воздухе. О, парашют какой-то интересный. Собирай бананы, чтобы наполнить энергию. О, целая куча бананов. Смахивай вправо, чтобы выполнить бросок. Ну-ка, в подходящий момент сделаем. Или это мы так будем бесконечно двигаться? Стоп, это что, мы бесконечно будем так двигаться, да? Никаких платформ нет, смотрите. Ну вот, все сделал. А, вот. Это обучение включено. Такое. Автоматическое. Бросок разрушает препятствия. Ты готов? А, вот, все, мы прошли обучение. Смотрите, теперь пишется количество бананов. Воспользуйся броском. А что, мы в трубу врезались? Я думал... Можно было каким-то путем попасть еще. Ну ладно. А это что? Премиум. А, ну ладно. Тогда давайте сыграем снова. Скачи, скачи, Кинг-Конг. Наш. Ну, возродился, он не знал. О, оторвались. Рекорд побили. Да сколько можно? Снова мы возродились. О, видели? Так, задание одно выполнено. Ого, сколько всего появилось здесь. Препятствия всякие новые. Кусты. А это что? Ага, паутина даже. Так, возродиться не сможем. Ну ладно, ладно. Так, задание выполнено, да? Теперь. Играем заново. Наверное, вы уже играли в эту игру. Сколько тут бананов? О. Крокодил там был в воде. Батут! А ты смотри. А как мы возродимся куда? А, смотрите, в другом месте. Во, оторвались от этих бананов. Пройди 500 метров, выполнено. Скачи, скачи. Во, прыгай. Поездка. Только воду не выкидывай. Все, молодец. Скачи дальше. О, прыгай, ой, блин. Упали в воду. Ну что, выполнено еще одно задание.
Теперь играем дальше. Скачи, скачи. Оп. О, смотрите мы, где сколько. Здесь больше бананов, кстати, было наверху. Наверху больше бананов. Классно. Сколько препятствий тут? А мне кажется, вот со временем он ускоряется. Чем дальше, тем сложнее. Вот такое чувство. Ого, это было прикольно. Там ВК было написано, кстати, в воздухе. Но мы уже очень далеко оторвались от того места. Так, это рекорд мы побили. Еще одно задание выполнили. Поездка пропущена. Уже километр пробежали. О, вот это классно, кстати, было. Батут. Да ты смотри, как быстро вы смотрите. Вовремя. Тут запутаться можно. Ага. Жалко, но можно возродиться. Последнее возрождение. Скачи, скачи дальше. 2 километра почти. Все, уже 2 километра есть. Вот это забег. Ну все, попались. Ну что ж, выполнили еще одно задание на 100%. Сейчас будет все готово. И множитель очков. Вот так вот. Сегодня мы сыграли в игру Банановый Конг. Обязательно оценивайте видео лайком. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал. Всем удачи и всем пока-пока.